Опять мусора. Опа, да, Водос приехал, да. Да. Здрасте. Здрасте, Иван. А за что вас посадили? За что вас посадили? Добрый день. А, пролетел на желтый материк. А видео показали? Да. И что там четко видно? Ну, пролетел, и они за мной поехали. А где они в этот момент были? Выезжали с второстепенной. Выезжал с второстепенной. А адвоката вам предлагали? А чего? Спросите, чего вы адвоката? Что ты адвоката ему не предлагал? Еще не дошло. А? Еще не дошло к этому всему. Уже постановление выписано. Где? Еще не писали? Конечно, ничего. То уже написано постанова, да? Нет. Не, я же думаю это. Что там с носками, порядок? А, постирал он. Постирал, да? Ну, если вы за какие-то носки. Мать, у меня есть стиральная машинка, я иногда туда приношу, мать стирает, если вы это имеете в виду. Ну, ты жжешь по-черному. Да? Вообще именно такой. Именно я? Вид, ну, голос твой же ж был. Нет, помонтирован мой голос. Сами, что они тебе трусятся? Потому что вы что такой страшный. Я не ознакомился до полного. Потому что вы такой страшный, вы на меня как кричите, страшный? Глаза как светите. В каком смысле страшный? Ну, черный кричите я? На меня, да. Черный или сильно белый? В смысле, черный белый? Как нужен? Чтобы я был негром или кем? Чтобы вы были нормальным полицейским. Или мязный, сажив какой-то. Ты в себе или нет? Ты нормальный а человек? А что вы за вопрос задаете? Ну ты глупые вопросы задаешь. Я глупые вопросы повторяю, задаю. Да. Ты не ударялся сегодня головой случайно об свою крышу? Вот, что это за вопрос такой? Ну потому что ты исполняешь. Ты ненормально общаешься, понимаешь? Документы, пожалуйста. Я с вами общаюсь на вы. Я вас спрашиваю, почему меня остановили. Я тебе объяснял, 4 раза. А вы со мной на ты кричите, светите глаза фонарем. А сколько тебе, 70 лет, чтобы тебя на вы называть? Ну, блин. Кого ты гнешь? Что ты гнул? Кого я где гну? Блин? Где блины твои? Кого я гну? В смысле я гну? Беса гонишь ты, понимаешь или нет? Или это ты в себе я? Или нет? Конечно ты. Я в себе, я с тобой нормально общаюсь. А я вполне адекватно. А вы кричите. Вполне адекватно с собой общаюсь, чтобы тебе дошло хотя бы чуть-чуть. Что дошло? Предъявить документы и поехать отсюда дальше. Отдыхать. Я бы ехал бы, вас бы не встретилось, доехал бы домой уже спокойно. Правильно, для этого и мы есть, чтобы нас встречать, или мы вас встречать должны. Ну, для этого и есть, для того, чтобы обеспечивать безопасность движения. Кто тебе такое сказал? В смысле, а вот как? Вот я это и делаю, выявляю таких, как ты, в первую очередь. Какие, а хотим какой? Хотим пообщаться, как а ты. Как, какой мне, я? Понимаешь, мне такие, как ты, человек 100 в день. А какой я, что, плохой? Ты отличный, ты просто супер. Просто супер. Ты красавчик. И тебе даже влюбился. Или что тебе сказать? Ты в себе или нет, чтобы я тебе должен что-то рассказывать, какие-то басни Крылова? Документы, пожалуйста. Вы должны следовать согласно своей инструкции. Должны остановить меня, представиться. Совершенно верно. Сказать причину остановки. Какая причина остановки? Ты должен решать, как я должен это все делать, понимаешь? В смысле, не я должен решать. Ты что, дурачок или что? В смысле? Ты уже 7 раз это сказал. В смысле? Ты нормальный человек? Техпаспорт, пожалуйста, на автомобиль. Я нормальный человек. Пожалуйста. А можно ваше удостоверение? Носки мои? Удостоверение ваше посмотреть хочу. Будешь носки мои смотреть? Хочу, я не услышал, как вас зовут, хочу хоть удостоверение. Андрей меня зовут, еще раз я говорю. Иваныч, будешь носки мои смотреть? Могу носки тебе показать только, больше ничего не могу показать. А вы что, можете мне носки показать? Да. Ну ты покажи. Хочешь их? Не, я не хочу, мне носки они ваши... Они у меня дырявые, не... и грязные. Носки... Будешь нюхать? Не, носки ваши мне не нужны. Ты полный дурачок. Едь отсюда, бля. Монтировано, ну только мне это хоть не говори. Не, я вам не говорю. Ну вы спрашиваете, я вам говорю, как оно есть. Носки. Как вот вы какие герои по ночам. Ладно, будем, нет, будем отдельным. Герои? Выйдите, пожалуйста, с машины. Тут не сидите у них. Я вам просто говорю, я вам помогу сейчас максимально. Объясняю. Сюда в машину садиться не нужно. Ни в какую патрульный автомобиль, ни в какой. Это старые волчары, которые пытаются развести там на постановление, на бабки, не важно. То, что там проехал на желтый я скажу, можно проезжать. Не, ну я пролетел, потому вот что вот и я, они я, за это сейчас будут цепляться, что вы, вот реально, реально я объясняю. Тормозной путь при такой погоде будет очень велик. Не, ну я как раз если тормозил, я бы за вот, совершенно верно, поэтому пункт 10.8 разрешает. А где документы? Дай документы сюда, забери документы. Забери документы, чего ты боишься их, я не могу понять.
Документы возьми в руки. Нет, ну, они по-нормальному, я по-нормальному. Я же не знаю, как оно. Так в том-то и дело, по-нормальному ты постановление, они тебе выпишут и все, это по-нормально. Я не писал еще ничего. Я говорю за сотрудников полиции. Неважно, по-нормальному, не по-нормальному, по-плохому, не по-плохому. Вообще без разницы. Да не ищи, давай розыск справы проводить. И все, не ищи, вы бери там. Не, ну выходи с машины, человек будет сидеть, вот и все как полагается. Я ж сказал, как мы делаем? Вжаришь, красавчик, не вжаришь, не красавчик. Как жарить? Жарят. Я потом объясню. Мне даже контент не надо искать, он сам ко мне приходит. Спроси, я задержан? Спроси, ты задержан? Уже не задержан? Я могу. Так, а ты спроси, так я нарушил или не нарушил? Ты спрашивай, не бойся. Сказали, что нарушил. Спроси, ты слушаешь? Вы скажите мне, тогда давайте на камеру. Известно. Только я сразу говорю, на мужика не получится. Да, зачем на мужика? Сразу говорю. Я ж по форме, я не могу. Да. Не, если ты попытаешься ему сказать, ну скажи, как мужик, то ты проехал или не проехал, осознаешь или не осознаешь? Это уже вас не должно... Я подошел, когда представился, сказал, на какой сигнал светофора вы проехали, начали общаться, правильно? Ну. Не сказал, что нарушил и тому подобное. Не, ну я ж ответственный, что я ж как раз вот пролетел. Не пролетел, а заканчивал маневр. Ну, заканчивал, ну, если бы там это тормозил... Это чуть-чуть две разных вещи. Если бы там тормозил, я бы как раз до сих же светофора бы затормозил. По такой погоде еще, ну... Я объясняю, у нас, если бы не было пункта, который... разрешает это деяние делать. И то там четко ясно написано, в каких случаях, как это должно происходить, без загрозы иншим водиям. Понимаешь, они просто там хоп, наступил и погнал. Товарищ полицейский, да. Не нервничайте, не ходите, станьте возле водителя. Я буду как-то сам, что мне так нравится, так я и буду делать. Не, я вам просто объясняю. Я просто объясняю. Первый момент. Что водитель делал в этом чудесном автомобиле, в вашей белой карете? Белой карете что делал? Ну вот, белая карета. Что данный водитель делал у вас до того момента, пока я вы сюда... Вы как думаете? Я думаю, вы его хотели развести. Это как? Ну, это типа рассказать ему, какой он злостный нарушитель, и поиметь какую-то выгоду из этого. Это вы так думаете? А я не это... думаю, а я это знаю. Вы можете его спросить? Я думаю, совсем это было по-другому. Нет. Стой, пожалуйста, возле меня, и ничего не это. Так что он делал? Можете мне объяснить? Товарищ полицейский, все, уже вот так вот? А что до этого тебе рассказывали? Ну, как-то спросили, как я на какой проехал. Я и сказал, что да, проехал. Да, и начали тебе жужжать по ушам, да, там? Ну, ты да, штраф. Штраф, вся ерунда. Я понимаю, ну, как обычно. Что именно? Как обычно. Ну, служба у нас такая. Ну, какая у тебя служба? Ну, я тебя прошу, хоть... Мне на камеру дичь не городи, я тебя прошу. Дичь, это дичь, просто... это есть утки, свиньи, там вот это дичь, да, я понимаю. А мы разговариваем, мы все взрослые. Ты охотник? Нормально. Ты охотник, да, я спросил? Да, да, охотник. За привидениями. Ты как в свободное время охотишься, так и в рабочее время охотишься на водителей, да? Выполняю свои слова. Послушай, я буквально час назад ехал. Да. В сторону вала. Да. Вы стояли на заправке на своем козырном месте. Не могли мы стоять. А я говорю, точно. Стояли. Именно мы. Не, мы не стояли точно. Потому что мы сейчас едем со стороны Харькова. Мы ездили по своим другим моментам. Вот скажи мне, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, это в крови вот стоять и на камеру какое. Что-то такое непонятное рассказывать. То бишь ты хочешь сказать, что ты час назад, 20 минут, полтора часа назад ты там не стоял на заправке. Ваш автомобиль, хорошо, не вы, ваш автомобиль стоял. Вы сегодня ездите на этом автомобиле? Да. Ну вот. Раньше стоял, это точно. Ну, мы как его заступили с 8 утра, так мы его взяли и мы на нем ездим.
мы везде ездим, где мы. То бишь вы не стояли час назад, да? Я думаю, что нет. Нет. Я просто, смотри, обижайся на меня, не обижайся, будем разговаривать чуть-чуть по-другому. Я тебе просто сказал, ты на камеру дальше несешь ахинею, я тебе просто говорю, нормального разговора не будет. Потом просто не обижайся. Все, можете ехать. Спасибо. Езжайте. Спасибо большое. Сука, галимый. Это ж носки вонючие. Ты даже перед человеком не извинился, которого ты обхуй на камеру. Кто? Ты конкретно. Кого? Я тебе просто объясняю. Друзья, вот еще один пример того, что если бы я не подъехал к данному человеку... 700 гривен говорили штраф на месте. 700 гривен? Или постановление, или 700 гривен на месте. И менжевался, то планшет доставал, то бумаги какие-то рыл. Красава. Вот этому человеку поставьте лайк за то, что не побоялся мне это сказать на камеру. Я тебе оставлю координаты, если ты начну там где-то приставать тебе это. В любое время мне звонит, я приезжаю, и разговор будет со мной. Понял? Я тебе оставлю координаты свои, вообще не бойся, звони. Главное, все свои деяния снимай на камеру. Либо я тебе скажу, что потом делать. Друзья, машины ездят, звук, наверное, будет плохой. Могу вам сказать на будущее. Не делайте таких поступков, как сделал данный человек. Он присел в автомобиль, и он стал жертвой, заложником ситуации. И вы как видели, да, я приехал. Ты уже не нарушил, получается, да? Уже нет, уже сразу бумажки другие доставать, начал уже... Сразу менжевать. Начал нервничать, да? Начал нервничать. Ну, в общем, друзья... Друзья, вы знаете, что делать, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а я дальше погнал спасать мир и помогать вам. Все, всем пока.